продукты хранятся. Сегодня там перебрали, на зиму что-то остается. Я покажу, как делать. Но мы не знаем. Может, там мышка завелась. Такое бывает. Как? Ну, как-нибудь сверху там прыгнул, так не залезешь. И вот сейчас на ночь решили белого и рыжего туда посадить. Но им на ночь туалет нужен будет. Вот сейчас туалет берем. Так. Ты рукавички наденешь. Пойдем мы поставим туда. Угу. Я расскажу. А потом вернемся и туда их сразу посадим. Ой. Надо, чтобы не ушли никуда. Пошли. Ой. Мимо шарики. Все, ты думаешь, я к тебе, что ли? Ну все. Шарики. Ты уже сегодня гулял с утра. Все, хватит. Это вот справа у нас балерина. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Трехэтажная. На таких кривых ногах она. Ну, из клена. И привязана к пасынкам. Пасынки не очень глубоко. Вот. Это вот мы идем. Называется лабок. Это не просто так. Спрятаться от мышей. Но бывает, они залазят. И поэтому сегодня мы контрольные уже перед отъездом уезжаем-то с кошками. Вот. А это что у тебя такое? Это там птицы гнездо сделали. А-а-а. Изнутри. Ага. Ну вот как сделано, смотрите. Вот видите как? Это рельсы. А это железная плита. Вот подойди рядом. Вот она как заварена, она плотно не прогибается, ничего. А вот снизу, здесь она рубчатая, а снизу она ровная. И она вот приварена, и она упирается рельсом в нее. Допустим, мышка поднялась, до сих пор дальше она не геккан, она не может пройти. Вот они пришли сами сюда. Белый, белый, иди скорее сюда. Белый, вон они все за нами идут. Покажи их, вон. Еще двое. По одной пали нету. Паля, паля, паля. Иди сюда. И все, смотри дальше. Вот. А на ней вот такие вот. Ты сама начала у тебя все идет? Да. Вот. Вот как. Как эти балки стоят. Ну, балки вот на это. Она маленько так-то прогибается. Вот. Бетонные положили мы, чтобы ровно. Там нету, а тут есть. Потому что тут прогиб больше, тяжести или что. А вот, чтобы рельса-то не пошла никуда, вот приварили петли. Вот она, петля, петля. И к ней здесь в отверстие, и дважды. То есть она в нее упирается и дальше не, идти не может. Она наклонная, вот это вот ровно. А чтобы это не проваливалось, под ней вот есть под эти. Под рельсы такие железные, вот такого вот размера длины, ну такой вот ширины. Да-да. Там лежат внизу, и рельсы в них упираются. Вот так. Ну а дальше уже вот так вертеть, по этим вот балкам-то, бревнам-то, теперь идут лаги. Ну и дальше, вот видишь, как сделано, чтобы дождь проходил. Смотри, Квиша. Вот. То есть фактически, теоретически не попасть мыши, крысы. Это надо смотреть. Вот здесь высоко растет, и если будет одна хотя бы, ну вот какая рядом растет она. Что же не растет-то она? Если она где-то здесь растет рядом, и вот так вот, и все, она уже залезла. Поэтому надо все время. Если зимой вот так сугроб будет, никто ничего не сделает, значит им ход туда открытый. Но когда зимой-то нас не было. Тут так Виктор постоянно убирал, а я там, мне сейчас зимой отсутствую. Ну да. Ну мы попросим тут еще. Теперь, чтобы залезть туда, у нас лестница есть. Значит, рассказывайте все. Что-то, ну Господь сохранит. Мы что лишнее, сегодня уже развезли, раздали тут летом вот. О.
это значит по-английски война. Ну, теперь вот мы им туалет. Туда товарищам этим. А что-то она не пролазит. Мешки стоят. А может туда? Нет. А что же это она? О, она поле. О, сама пошла. Мышатница моя. Ой, молодец. А это где? Ну. Рыжи. Иди ко мне. Рыжи. Она пошла. Куда надо? Рыжи. Рыжего надо теперь туда. Вон он. Ты мой белый, вон такой мышатник. Да он дальше был. Какой он тяжелый, а? Давай. Рыжего-то надо, нет? Да кто его знает. Рыжий, где он? Да вон он. Рыжий, иди сюда. Он мышей тут ловит. Да ты где мой рыженький, а? Ой. Пойдем сюда. Пойдем, рыженький мой. Подожди-ка. Ну-ка, подожди. Ну-ка. О-хо-хо-хо. Ты видишь? Они не вылезут никуда. Но если там мышка есть, ей мыши это и шабаш. Она не выдержит запаха. Все. Все. И на ночь они поели до сыта. Вот деревня, вот. В городе где я еще буду делать? А тут, пожалуйста, лабус. Ну, Игорь, что-то. А? Кто-то на трактор ездит. Ну, может быть. Дальше. Какая балерина, это вверху, там голубятня у меня была, там крест видать. Вот. Стоит она здесь. Большой был склад продуктовый. Мыши железный. Все обдумано, мышь все равно попадала. Второе, это у меня там написано для будущих поколений. Я где-то 14 изданий, там комсомолка, то другой забирал. 750 килограмм примера газет. Архив. Если свернуто, чуть не 13 метров. Архив, да? Да, архив. Написано архив для будущих поколений. Я считал и делал какие-то пометки, вот как в круге первом. Он, там это, ну... Иннокентий, это там дядя, газетами обвешивался в доме Солженицына. А это вот тестомес. Там разные гвозди, все это такое было. А луна вон уже вышла, солнце закатилось. Паля, вот она пришла одна. Одной не хватало. Паля где наша была, а? Самая красивая. Это Паля. Посмотри, луна. Паля, где она? Да, я ж гляжу, из нашего двора выходят у Алексея такие кошки, как рысь. Хвоста нету, кисточки тут. А она такая крупная. Вот она. А это буска. А буска оттуда идет и прям вплотную подошла, не видит. А рыжий увидел, что выходит, а оттуда рыжий. Он сразу сел и... пожертвовал своим гаремом, лишь бы шкуру спасти. Как она повернулась, ну, примерно вот как до теплицы. Как он бросился за ней, этот полурысь-то. Это рвануло, он за ней, и где-то он отстал. Ну, куда он убежит? Он короткий прыгает-то. А это-то как стремительная. Это буска. А то Паля, пошли. А то троих мы посадили, двое остались. Ну, пошли домой, да. Где Паля моя? Ну. Разогрелась. Паля, да чё ж ты такая? Ай. Ну подожди, Паля.
Вот он наш веселый. Собачка. Шарик, шарик. Шарик, шарик. Молодец, Шарик. Молодец, умница. Это перед окном у меня росли. Вот здесь росли. Вот это клен и ветлина. Я покажу сейчас, как. Пойдем. Сегодня я их ошкурил, два столбушка. Пожалуйста, а почему? А потому они растут, провода. Рухнет на провод. Приходится убрать. В городе я ничего не могу сделать. Вот у меня тарелка какая, Виктор Николаевич оставил. Модем каждый раз снова покупаешь. Работай, но за 4 месяца по скайпу не выходил, и в чат рулетку нет. Не модем? Модем. Нет. Симку. Симку берете новую, не модем. Да, симу, симку. Ну да, значит симку. А там затянута сетка рабица. А для чего? Лошади здесь ходили, лошади. Ограда, вон видно ограды. Когда корова какая-то заболеет, и ко мне сюда запускали усадьбу. Вот такое дело. Зимой надо закрываться. Вот это клен рос. Вот он клен. А это вот видно, ветла, вот клен-то у него и листья, у него все другое. Даже не вижу, где тут. Они где померзли, вот померзли. Вот он где. А это ветла. Вот она. Большим топором я их срубил, а сегодня... Видите, мороз на ветлу не влияет, а на клен повлиял. Да. Она дольше всего зеленая стоит где-то. Понимаете, вот это все усадьба. Там вторая комплекс... Музей-комплекс, это комплекс там и здесь, и везде. Это целый комплекс для лагеря работал. У Алексея уже огонь горит. Вот как. В городе ничего этого нету. Вот ворота, заезжает. Покосили нынче. Увезли. Мы с Володей рядом, здесь Надежда Васильевна. Это у меня голубятня. Вот. Внизу стоят люди. Вот на первом этаже рында висит. Кислородный баллон. Бить него тревога. Дальше поднимаешься, он слева лестница идет. Площадка. Это уже третий этаж. На третьем этаже лежит лесенка. Ее ставишь и залазишь на четвертый прямо на голубятню. И на крышу залажу, это пятый. Я сегодня выставил, у нас чат называется, свое занятие по изучению Библии. Видишь как. И выставил там несколько про голубей 20 фотографий. Ты за ней посмотри, хорошие фотографии. Известные тут фотографы приезжали. Волобуев Александр Павлович, он к нам приезжает уже 30 лет. Говорят, придворный фотокорреспондент. Он на зарубежных с нашими снимками выходил и премии брал. И Каспришин Андрей Николаевич. Вот так, это тоже наши люди постоянно приезжали. Безруков Павел Федорович, тоже известный. Какие премии брал. Я что, восхваляю жизнь в свободе. Даже какая-то неурядица, что-то. Ты вышел, работаем, мы везем дрова, колем сегодня, морковку выкапываем. Матушка Надежда Васильевна, вот Владимир. Я там маленько подсуетился. И уже мешки картошки, это морковки своей. Каждый раз трем ее. У меня сразу с глазом все это нормально стало. Я морковку-то не принимал, видимо, это в интернете-то тоже заглядываю. И вот показываю, как хорошо жить в деревне. 21 тысяча разрушенных деревень, еще 10 исчезнут. Без деревни, как говорят, кырдык государству на колени поставят. Ничего своего не будет. Работают фермера, все везде протравливают. Вот у меня за... неделю погибло в общей сложности больше 10 голубей. А в общей сложности это где-то уже 25 нету. Здесь все нахохлились, наверное, передохнуть. Почему? Зерно брал и, видимо, протравленное. Зашел в интернет в Краснодарском крае. Голуби дикие, витютень и вяхерь называют их. Они парами живут, очень такие быстрокрылые, два яйца у них. И на них охотятся охотники. Голубь, чистая птица. Сейчас приезжают, ни одного голубя нету. Смотрят в лесу. Там 7 штук валяется, там и набрали их.
Я не знаю, он достал бы, наверное, вот такое пространство. Лежат одни голуби вплотную друг к другу. Прокуратура, там, санэпидемстанция. Ну, для пробы взяли сколько-то, а остальное он взял, они не убитые, отравленные. Где-то на полях травили мышей, и голуби наелись, дикие голуби. А у меня свои домашние, я брал зерно, так думаю, может быть, а может, не знаю даже. Ну, глядя на осень, здоровые, крепкие, породистые голуби, а другие, которые я приручил, дикие, они с хохолками, порода вывелась такая. А им даже, как говорится, трин трава, они сильные. А эти все сегодня сидят, ну, не воркуют, ничего нет. Утром приходишь, распластались. Вот попутно начал говорить, деревню в городе, и переживания такого нету. А здесь все, лес вокруг, все вокруг, говорит, не колхозное, все вокруг мое. Все на этом. Утром надо выпустить их, когда расцветает кошек. Ну и все, мы не знаем, там есть, нет мыши, но если есть, то кранты. Капец. И все. Фиаско полная, мыши потерпят. Поехал. С Богом. Молодец. 4 октября 2019 года, раннее утро. О, кормить надо. Сначала наложи им этим кошки-то, которые там были. Садили троих, а теперь там двое. Так кормят. Манная каша с молоком, еще с рыбкой сушеной. Что, у тебя манная каша? Да, я сказал, манная каша с молоком и с рыбкой сушеной. И с рыбой сушеной. Карасики маленькие. Кошки толстые стали за лето. И какие справные. Видя она какая. Пойдем. Голубоглазка-то сидит. Да этому-то возьми, сразу подашь. Шарику-то наложи. Шарик. Ну конечно. Ты ж как он дает знать о себе, кричит. Да, вижу. А потом за теми котами пойдем. Тут 3 кошки и 2 кота. Ну, все примерно одного возраста, год с чем-то. О, все. Вот оно, солнышко должно быть сходить уже. Вот так. Надень-ка мне рукавицу, не могу надеть. Закаталась, а вот она как. Руки-то мерзнут. Вода-то сегодня застыла. Не наступай на шланги, сразу упадешь, они скользкие. Давай, ставь лестницу. Ты сейчас туда залезешь, посмотришь, голубоглазая покуда вылезла. Как же так? Мы думали, что там ходу нету. Пронырливая как. Да, наверное, через верх. Где они у меня, а? Гляди, гляди, гляди. Рыжий. Рыжий остался дежурить. Ой, пришел белый. Белый. Слепыш был. А где рыжий-то тоже вышел, что ли? Рыжий. Ну-ка иди проверь. Вытащи из них туалет.
Ходили они в туалет-то там? Да. Ну вот видишь, хорошо, что это... Лежит. Это никуда не идет. Это рядом у нас балерина, башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Посмотри, покуда она вылезла. По-моему, через верх только могла, где гнездо. Нет, нет. Что, лежит или еще? Нету его здесь тоже. Как, что? Нету? Нету, нет. Как нету? Ну, вылазь. Там дырка есть, он там внизу. Ну, а где там дыра? Там уже не застрял он там? А вот здесь вот. А-а-а, вон что. Вот тут они. Ну так посмотри еще раз. Потому что мы запрем, если он тут останется, он без обеда останется. Да не, он бы вышел сейчас бы. Он где-то гуляет, видимо. Еще раз глянь там везде. Не повис он случайно на чем-нибудь. Это у нас лабас называется. Так и пусть остается. Мы можем еще посадить разок. Рыжик, рыжик, рыжик. Знаешь, тазик тогда оставь пока. Потом щели заделать надо эту, дощечками или как. Где вылезли-то? И посадить еще раз. Это не годится, они с вахты ушли. Балерины дверь открыта, и тестоместо тоже. Целое лето открыто. Да как его там нигде нету? Нету, да? Ну пошли, закрывать не надо. Тазик поставь тогда на место, а потом утащишь последний день. Все, закрывай. Белый оказался самый верный. Да. Ну и все. Самый послушный. Самый послушный, да. Пошли домой. Уходи, 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 уходи. Уходи под ногами. Ну, какой любимый, а. Куда бы ни пошел, в баню иду. Я же парился раньше. Он под полог залезет. Ай, ай. Думаю, чтобы его взяли куда-то. Рыжик, рыжик, рыжик. Рыжий, рыжий, рыжий. Вот не обиделся, а то убежит, кажется. Ну, а куда убежит? Закрыли меня. Он все дороги тут знает. Это не в городе. Это в городе там, если приедем, выйдет, то и капут ему. Не забыть сегодня надо заделать тут щели. Всяких дощечек набрать туда. Ты ход дала им. Женская природа. Да это вообще удивительно, что его нету. А ну-ка открой тут. Рыжий, рыжий, рыжий. Или он обиделся. Обиделся, наверное, но как закрыли меня. Ну-ка посмотри, нет ли его. Баночки все в холодильник поставить. Нету его здесь. Нету двое. Все, на этом уходим. Угу. Вечер. Уже мы знали, что у нас из трех кошек к утру осталась одна только на лабазе. Они нашли щель. И туда вылезли две. А оттуда изнутри нельзя доску положить? Не знаю. Ну я тут забил уже все. Забил и все, да? Ну и ладно. Сейчас надо отловить их. Скорее сюда. Сейчас надо покричать их. Буска-то не была, там буску посадить. Леша пришел, мешочек с сухарями отдал, туда отвез, все нормально. Они тут прочистят, ночи три поночуют.
Тут и следа от мышек не останется. Ну-ка, пройди вокруг еще разок. Что, отдавила? Ну, она просто положена, видимо. Она не прибита. Маленько подвинуть-то можно? Туда, дальше, на эту. Вот, а теперь там внизу гвоздь забить, да и все. Они не отодвинут. Все, легла. Легла, но щель-то осталась. А? Легла, но щель-то осталась. Ну щель-то осталась. Какая там щель-то? Большая разве? Вот. А ты вот сюда прижми и гвоздем придави к ней. И все. Вот гвоздь. Сейчас, подождите. Нет, она, это не надо. Она упирается там. Я думаю, вот это вот только ударь топором туда ее и все, прижми вот здесь внизу. Она согнется в ту сторону. Ага. Ну-ка. Хорош. Нет, она. Теперь не... глянь. Она не гнется. Нормально. Все. Здесь прибит, ловить надо их, где они. Сейчас я буду их кричать. Вон буска. Буска. Скорее иди сюда, белый, белый. Белый несется со всех ног. Давай, белый, белый, ко мне. Ко мне, белый. Что, лестницу ставлю? А? Лестницу ставлю? Ну да, подожди, лестницу. Так, ну а как ты откроешь замок-то? Ну я говорю. Никак. Замок надо открыть. И приоткроешь туда. А я их буду туда толкать, а ты сразу... Я сейчас покричу, там Паля, может, придет к ним. Ну, иди сюда, иди. Буска, иди сюда, иди. Так, слушай, на. Я буду сейчас сюда толкать их. Держи, я ловить буду. Держи. Держи. Ой, белый мой, белый, да какой он хороший. Ой. Вот так, вот так, иди туда. Вот так. Вот она где. Сейчас я рукавички надену, она колебущая такая. Буска. Надо охранять тут от мышек. Давай скорее сюда, иди. Да моя хорошая буска, давай. Да замечательная кошка. Еще. Она чувствует. Давай. Да главное, убегает. Видишь ты какая. Сейчас мы туда тебя посадим. Опа. Пока двое. Сейчас еще крикну рыжего. Паля, Паля, Паля. Паля, Паля. Иди сюда, Паля, Паля. Рыжий, рыжий, рыжий. Там собака на пути, могут испугаться. Иди скорее, шарик выстрелил. Шарик смотрит. Паля, Паля. Закрыл я их. Надо ему через дыру лезть наружу. Паля, Паля, Паля. Ну на этом все. Раз нету, значит не надо. Сейчас я закрываю. Сейчас появится палец, я открою замок опять. Так, я тебе говорил, вот это вот, это как печка какая-то. Чего она мне не нравится. Сейчас давай мы ее утащим вот туда, мы на кола это поставим. Все. Угу. Слава Христу. Шарик у нас. Ой, акробатист. Ой, ой. Это я кошкам понесу, кошкам, кошкам. Ну глаза-то вырташил маленько. Ну нельзя так, чтобы одному давать все. Тебе и так сколько даю. Вчера лежу, ты не сел даже. Ну-ка. Ай.
Ой, весь устремился. Сейчас подпрыгнет и за руку схватит. Все, ушел. Молодец, Шарик, молодец. Я бегаю головы. Умница, Шарик. Я кем-то дал, а этому нет. Идем вызволять кошек наших из заточения. Сейчас увидим их реакцию, увидев они Божий свет. Если, конечно, какой-нибудь подкоп не сделали, не сбежали. Кричат. Это я все не угощу рыбкой тут, чтобы они не убегали. Ну-ка подожди, подожди, подожди. На рыбку, 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 бери, бери. Где там второе? Бери, бери, ешь. Ешь, держи. Держи, ешь. Давайте, ешьте, ешьте. Белый. Ешьте, ешьте, рыбку ешьте. Володя, с этой стороны-то зайди. Да я снимаю уже. Вот тут ты, гляди, рыбку едят. А, буска, буска, буска. Сейчас они съедят и вылезут оттуда. Сегодня они тут дежурили. У меня уверенность на 100%. Если ты сделал проход между там, то уже им ничего не сделать, мышам. Они могут за это спрятаться за бумагу, но она же чувствует, что кошка, она мышь не будет сидеть, что ага, тут преграда. А для нее сильнее, говорит, кошки, зверя нет. Они так говорят. Вот они. Вот сейчас уйдут и на этом все. Можно больше не сажать. Тазик я сейчас подам оттуда. Да я его вывалю просто где-то здесь. Это еще коснется, когда у нас лекарство для мышей хорошее, экологически чистое. А вот смотри, сколько этих голубей. Вот сегодня подумал я, у меня доска, на которую я рассыпаю. Ну, доска такая вот ширины, вот такая, смотри. Ну, длиной она метра 4-5. Я на нее насыпал отхода, а потом это... Белый пошел. Обе ушли? Нет, буска там. Вот. И грешил на зерно, и на что только не знаю. Сегодня, говорю, надо картон подстелить, шире досок, чтобы было. Вот так вот хотя бы. И которое вчера насыпал, я туда буду веником спихивать, а здесь, Володя говорит, прошлогодней пшеницы насыпь. Но они даже ее не ели, сегодня уже слетели. Я молился так, что, Господи, сохрани их, хоть сколько-то будет-то. Прямо прихожу утром, 2-3 мертвые лежат. Притом здоровые, крепкие, породистые, молодые. Молодые они, которые, а такие, годовалые, двух, я их всех знаю. А сегодня они, один даже заворковал. Подошли я пить, положил кирпичики, чтобы легче было им заходить. Зашевелились маленько. И эти вот, я думаю, если залетят, я их оставлю. Решил из города прислать штук 10-15 коробки. Здесь закрою заранее. Андрей приедет и выпустит их туда. И все на этом. А коробку перешлют назад. Картонную. Ну еще, буска. Где была? Ну, вылазь. Ну, белый вылез, и ты выйдешь. Он как, на лестницу? Она еще не догадается. Пошла туда. Ну давай. Выходи, буска. Сейчас прыгнет. Давай, давай, пойдем. Пойдем домой. Пошли. Там я добавил вам очень хороший. Уже ловит мышей. Че, белый? Ушла? Очень ловливый. Я его не отдам никому. Себе оставлю.
Я его выходил, каждый день ему освещенной водой протирал глаза. Он родился слепой был, вообще не видел. Выйдет, главное, о, на двор сходить надо, туалет сделал, все. Чистюльки. Ну, пошли. Далеко лестница, давай. Ну, вот так. Буска, буска, буска. Ну, а тут это и спрыгнуть вообще не вопрос. Не задержаться, конечно. Вот так. Буска, буска, буска. Сейчас только стоит мне уйти, буска. Ну, она сразу спрыгнет. Вот она хорошая. Буска, буска, буска. Ну. О. Вот сюда вот высох. А может быть, высыпать не надо? Мне надо с вечера их уже всех запереть. И давайте, не давайте, когда уезжать будем. О. Сейчас, когда лестницу уберу, она сразу спрыгнет за нами. Вот это эпопея. Для городских жителей это все, ну, никакое им. Ему надо, чтобы чужое переживание стало его. А он, ну, как говорит этот Шолохов, говорит, возгря кобылья. Он ничего не знает, но везде дает рекомендации, ругательства. И Путин не такой, а по Медведеву вообще затолкли мужика. А тут ничего не могут делать. Все. Пошли. Буска. Ну-ка наблюдай, как соскочит. Буска, буска. Буска, буска, пошли домой. Она вообще полезла туда. Уже? Нет, она туда залезла. Ну а туда залезла. Вон она скакать будет сейчас с той стороны. Зайдем туда. На нее направляй. Буска, буска, пошли. Мягкая трава. Для кошки это вообще не расстояние. Буска, буска, буска. Буска, буска, пошли. Буска? Пошли скорее. Буска, буска, буска. Пойдем давай. Буска. Буска, буска, буска. Вот она вылезла. Давай скорее. Пошли скорее. Скорее, пошли. Пошли, пошли. Давай, давай. Пойдем. Буска, 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 буска. Буска, буска. Поскорее, скорее, пошли. Ну какая крутишка. Все, готовься. Буска, буска, буска. Буска, пошли, пошли. Дверь закрыта, она бы одна жила там теперь. Пошли скорее. Буска, буска. Буска, буска, буска. Держи. Вот так. Все. Молодец, наконец-то. Решилась. Голубоглазка, а? Голубоглазка наелась? Каточки, каточки наелась. Ну, куда вот эта коточка? Колотая кисонька у нас. Ну, куда вот эта? Ну, синеглазка. Шарик, а ты что облизываешь? Думаешь, тебе косточку дадут какую-то? Мир тебе, мир тебе, шарик. Шарик, шарик, шарик. Тебе лишь бы побегать. Только одно на уме. Вон Буска бежит, скорее к чашке. Слышь, он сильно так просил, вчерашнюю засохшую шкурку дам ему. Это карась. Ну. Опа. Тут это вторая-то упала у меня. По-моему, упала у меня, оторвалась.
Нет, не видать. Все. Вот она. Ой, ой. Шарик. Зарываю скорее. Чешуя, там ничего нету. Ну как нету? Там есть, там студень. Самое ценное. Ему это только подавай. Аккуратнее только, не подавись. А эти тут доедает, что даешь голову. Вот они. Вот смотри, доедают. Я каждый день. Вон еще трое. Убираю. Ну-ка давай. Чтобы чистый был. Порог это необходимо. Ну все. Я в твоем распоряжении, брат. Пошли. 5 число сегодня, а 10 уезжаем. Пошли, все. Пойдемте.